Даша, пластика – это способ не принять себя или способ решения проблемы? Короче, я считаю, что вообще для меня пластика – это на данный, на тот период времени, это было как достижение своей там сверхцели. Ну, то есть, есть для меня что такое нормально, а есть что такое идеально. И вот я не хочу быть нормально, я хочу быть идеально. Переходи на наш канал, чтобы посмотреть полную версию выпуска.